Поехали, да? Переходим. Переходим. Ну, давай. Да, я вот... А, где-то там... Ой, что там получилось? Выполняем вдох на выдохе. Вернемся обратно. Вдохе, выдохе. Я там что-то проляпала по поводу... Игорь, уйдите. А сейчас снимается уже? Ну, серьезно? Да. И сегодня мы отправимся с вами в путешествие на Шарующий Восток и познакомимся. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие на Шарующий Восток и познакомимся с волнующим танцем живота. Для начала проведем разминку. И сегодня мы отправимся с вами в путешествие на Чарующий Восток и познакомимся с очень замечательным танцем. Да. Класс. Если будет танцевать с душой, у вас всегда все получится. Если будет танцевать с хорошим настроением и с душой, у вас всегда все получится. Еще раз. Давайте еще раз. Если будет танцевать с душой, с хорошим настроением, у вас всегда все получится. Здравствуйте, вас приветствует спортивный клуб ОМ и школа латиноамериканских танцев Latin Princess. Меня зовут Мария, я тренер по латиноамериканским танцам. Сегодня мы с вами... Сегодня мы с вами зарядимся позитивной энергией от таких танцев. Да. Сейчас заново я имела в виду продолжать. А, заново. Ага. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте! Вас приветствует спортивный клуб ОМ и школа Latin Princess. Мы сегодня с вами... Да что такое? Здравствуйте! Спортивный клуб ОМ. Меня зовут Мария, тренер по латиноамериканским танцам. Здравствуйте, вас приветствует. Здравствуйте. Нет, не дословно. Приветствую. Здравствуйте. Помолчи. Игорь, помолчи. Здравствуйте, вас приветствует спортивный клуб ОМ и школа Latin Princess. Сегодня мы с вами зарядимся позитивной энергией от таких танцев, как социальная латина. Например, сальса, бачата, реггетон. Итак, начнем разминку. Ух ты. Здравствуйте. Вас приветствует клуб ОМ. Наконец-то. Давайте. Что, когда он будет слепить, да, тогда по глазам? Да я не смотрю. Здравствуйте, а теперь начнем. Фу, давайте еще раз сначала. Может быть, здравствуйте. Да? Уже снимаем? А теперь начнем разминку. Быстрее. Представьте, что у вас есть яблочко, которое вы перекатываете по себе. Ура! Все дети любят сказки, а мы вам сказку и покажем, и расскажем, и покажем. Ты мне это лучше. Птичка летит, спрятали бабочек наших, чтоб не съела. Я птичка злая такая. Поехали влево. Право.
Влево. Право. Попробуй, наш. Не, давайте попробуем, я же сейчас всех забуду. Все, время день. Давай в 10 можем сердце, нам главное начать, да. Все, начинаем? Да? Фу. Так, ладно, да. Надо было больше игры писать. Все, начинаем, да? Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в спортивном клубе ОМ. Сегодня, я дальше все забыла. Сегодня мы выполняем некоторые упражнения с базовой игрой. Иди, подержи мне так бумажку, а. Мы рады приветствовать вас в спортивном клубе ОМ. Сегодня мы выполним некоторые упражнения из базовой аэробики. Разучим некоторые базовые шаги степ аэробики и выполним связку. Не такого не там, но мне больше всего. Все, готово, да? Так, я переживаю. Это вы меня насмешили, я терпела. Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в спортивном клубе ОМ. Сегодня мы... Ближе нельзя-то, я плохо вижу. Хорошо, дальше, поехали. Не, я знаю, но просто я забываю его. Все время смотри в камеру. У меня руки нормально вообще, я их вижу, слава богу. Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в спортивном клубе ОМ. Сегодня мы... Там. Дай я почитаю еще пять раз. Все. Ну хорошо. Все, не мешайте мне, не отвлекайтесь. Даша, соберись. Да. Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в спортивном клубе ОМ. Сегодня мы выполним некоторые упражнения из базовой аэробики. Я настроена просто на работу. Сейчас будем серьезно работать. Вот и три рядка и много. Гример. Все, да? А так можно руки держать? Нормально? Да, да. Как бы в диктовкадре. Готово? Да. Конец. Хорошее настроение. Такой чертеж. Есть? Бодибалет – это не только подтянутая спинка, плавные руки и гибкая талия. Но это еще... Да. Но это еще что? Бодибалет – это не только подтянутая спинка, плавные руки и гибкая талия. Но это еще стройные, блин, какие-то там ножки эти голимые. И последнее. Объединив, мы получаем не только грациозность, пластичность, но и хорошее настроение. У матов. Давайте еще раз, если что запинялось, так изящно. Да, действительно. Я записываю. Поехали. Первое упражнение. А куда, подождите, куда смотреть? Да. Самый главный вопрос. Здравствуйте.
Мы рады приветствовать вас в спортивном клубе ОМ. Сегодня мы с вами немножко потанцуем. Мы выучим несколько движений. Я пропустила, давайте еще раз. Смотри, на плечо. Смотри, да. Мимо меня все-таки. Ну вот, прямо туда. Перед собой, да. Хорошо. На плечо руку. Поехали. Раз. Марин, что ты смотришь в другую сторону? Можно? Нас не хватает оператора. Записал. Ну и чудесно. Начнем с разминки. С первого взгляда йоговская разминка может показаться довольно простой, однако... Спасибо! Девочки! Можно? Да. Приступим? Так. Желаю вам хорошего дня и успехов на пути в йоге. Все, еще одно. Приступаем к практике равновесных асан. Выполнение данной последовательности упражнения придаст вашему уму успокоение. Приступаем к практике равновесных асан. Выполнение данной последовательности... Видишь, нельзя второй раз. Блин, надо. Хорошо. Спасибо, гости. До свидания. Выдох, стопа уходит в пол. Через стороны вверх, вдох. И через стороны выдох. Выдох, 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 выдох. Выдох, выдох.